Эй, пропустил пятнышко, Уайт. Есть. Теперь будем ждать. Сержант. Вы думаете, Аврора и впрямь там? Они так и говорят. Всегда так говорят, всегда говорят. Ну а ты что, Макки? Не знаю, Фарадей. Видимо, ты мне сообщишь. Короче, я так думаю. У нас есть ядреная бомба. У немцев Фау-2. Значит, у япошек что-то найдется. Нам нужен только ученый. И все. Эй, отряд А готов, сержант. Ладно. Заводи мотор. Нас возьми. Пошли, Уайт. Куда они, мать их, идут? Хрень! Залечь! Все чисто. Раненые есть? Отряд А покойники, сержант. Ладно. Остались только мы. А чего они начинают, сержант? Сказали же в 6:00. Секунда в секунду. Надеюсь, поможет. Макки, если они выдержат вот это, пусть оставят перебежчика себе. Выдвигаемся! Окей. Двоих. Уайт. Бери левого.
Окей. Двоих. Уайт. Бери левого. Да сдохни ты уже, сучий потрох! Двое есть. Еще 1000. Давай. Сюда. Время есть. Давай, лезь сюда. Сюда. Через поле. Пошел. Мины. Глядим под ноги. Стоп. Ложись. Бронетехника. Не двигаться.
Тут нам повезло. Похоже, нас ищут. Пора найти цель. Не отставать! Вперед! Не двигаться. Давай, проверь его. Скажи, кто мой любимый бейсболист? Кэп Энсон. Ладно, надо убрать его отсюда. Погоди минуту. Что это за звук, мать его? Что он там несет? Не знаю, сержант. Если ты сдал нас... Черное оружие вот-вот включится, и все трупы. Ладно, мы выдвигаемся. Бесполезно. Может, вы не поняли, но мы валим отсюда. Сержант, главный путь отрезан. Уходим через ангар для подлодок. Это же ловушка, мать ее. Да, я знаю. Останавливаться! Пошел, пошел, пошел! Черт! Не нравится мне эта хрень. Двигаемся дальше! Аэродром близко! Ребята, приготовьтесь. Вперед. Yes!
подлодки внизу! Давай сюда! Давай, шевелись! Давай, сорви дверь! Если повезут, они будут еще там. Если нет, то очкарик прав. Мы покойники. Я же говорил, что выберемся, Уайт.